Сегодня в Муслюмово снова приехали прокуроры и представители Минэкологии. В этот раз рядом с птицефабрикой «Здоровая ферма» жители нашли целый полигон с биоотходами. Земля более чем на метр пропитана животными жирами и больше похожа на болото. Перед инспекцией чиновников и прокуратуры неизвестные пытались перекопать участок, но техника завязла в жировой топе. Вчера хотели они это все скрыть, завалить. Загнали технику, она забуксовала. Потом они целый день вытаскивали ее здесь. Привозили технику непростую, она, видимо, такая, что могла пройти где-то. А тут болоте-то хоть кого, хоть там загоним, застрянем здесь. С надзорным ведомством приехали эксперты Росприроднадзора. Они оценили масштаб экологического бедствия и выдали заключение. Территория почти наверняка загажена отходами крупного сельхозпроизводства. Нам нужно было определить, все-таки являются ли это отходы жизнедеятельности птицеводства. Поэтому все-таки специалист уже указал, что да, действительно это является отходами. Теперь, чтобы найти виновных в загрязнении почвы, придется соблюсти все формальности, установить хозяев участка, а также попытаться определить источник отходов. А вот для местных жителей все понятно и без расследований. Деревенские считают, что ответы следует искать на местной птицефабрике. Никаких решений, никаких комментариев уральская местная компания не дает. ООО «РИДА» тоже на связь не выходит. Как работали, так и работают. Вот. Я вообще не понимаю, что должно произойти, чтобы наконец-то на нас внимание обратили. Какая-то вот здесь действительно экологическая катастрофа. Жители Муслюмова сами провели оперативно-следственные действия и выяснили, по проекту когда-то здесь стояли сепараторы, которые должны были отделять жир и мусор. Но по словам бывших сотрудников фабрики, аппараты не работают уже несколько лет. Цех стоит пустой, сепараторы и другое оборудование давно растащили. Я беседовал с человеком, который собирал ее. Я, говорит, начал собирать, меня не заплатили. Я, говорит, бросил, ушел. А это, говорит, выписывали в Москве это оборудование. Оно было сделано с нержавейки. Она, говорит, валялась, потом, говорит, потихоньку и все сдали на металлолом. Кстати, откуда берутся потроха, фекалии и перья в соседней тече, жители тоже выяснили. Сегодня мы вместе с деревенскими активистами побывали на скандальных очистных «Эрида». Местные уверены, стоки птицефабрики отправляются в реку прямотоком. У них там еще одна, другая труба идет течью. Вот оттуда они посылают вот то, что с домов идет. А с птицефабрики напрямую все идет в реку течи. Ответвление есть сюда, но они его не включают. Ответвление через очистные. Но они не включают, оно идет напрямую. Забор стоков с птицефабрики на очистные проходит только в дни забоя. Да и то на очистку уходит едва ли половина отходов. Основная масса прямиком идет в реку Теча. Из-за жира, фрагментов куриных тушек, перьев и костей насосы постоянно выходят из строя. И тут уже ни о какой очистке говорить не приходится. Это все идет только когда убой или круглые сутки? Когда убой. То есть и все, что вот течет в течение суток без убоя, оно все течет в течу? Да, в течу. А когда убой идет, мы принимаем. Весь жир, все это принимаем. Вот она. Принимаете, вот примерно сколько дома? Справляется очистная? Не справляется. Или не справляется? Не справляется. Как считают местные, экологических проблем возле Муслюмова наберется на несколько административных или даже уголовных дел. Но пока все жалобы ведут только к бесконечным проверкам, отчетам и перекладыванию бумаг. При этом природа вокруг поселка продолжает погибать. Жители опасаются, что из-за гниющих отходов вокруг могут начаться вспышки инфекционных болезней. Иван Абросимов, Роман Поротиков, 31 канал.